многодетной семье Ситниковых из Сорочинска три сына. Виталий и Глеб – школьники, младший Артем ходит в детский сад. Мама – помощник повара, папа – рабочий. Сейчас временно живут в небольшой комнате в общежитии. Недавно в ипотеку приобрели свой дом. Там идет ремонт, на который уходит много средств. В органах соцзащиты Оксана Сергеевна узнала, что государство оказывает поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого надо заключить социальный контракт. Я предоставила все документы. Вот, они мне сказали, мы с вами создадим контракт, сделаем такой вот, и это как ее распределим, на что вам нужно, и вы будете перечислять каждый месяц на полгода. На первые деньги Ситниковы взяли стиральную машину. Ребята занимаются спортом, и мама хочет, чтобы они всегда выглядели опрятными. Далее запланировали закупить на зиму овощи и теплую одежду для детей. Каждый месяц предоставляют чеки, это что я вот действительно купила, что никуда ты их на другие нужды не потратила. Составлять ежемесячный отчет о покупках нетрудно, зато полученные финансовые средства – ощутимое подспорье для семейного бюджета. Очень хорошая, конечно, помощь для многодетной семьи. Конечно, бы почаще бы выделяли бы такие бы денежки многодетным, это не помешало бы там на что-нибудь еще другое. Ну, а так очень хорошо, конечно, что вот такую помощь оказали.